столице Югры в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне появилась копия памятника медикам-героям. Сам же обелиск находится на территории Государственного медуниверситета имени Сеченова в Москве. Его создали в 1972 году. Скульптура в виде Красного Креста, а в центре композиции изображение раненого бойца и медсестры, которая поддерживает рукой его голову. Также в этом году впервые был представлен знаменитый триптих советских памятников «Меч Победы». Это знаменитые скульптуры «Тыл фронту», «Родина мать зовет», а также «Воин-освободитель». Кроме этого, югорчане могли своими глазами увидеть инсталляции мемориала, дневник Тани Савичевой и материнская доблесть. Проект планировался как сборно-разборный. И в 2013 году нам помогали студенты технолого-педагогического колледжа. 9 мая, в День Победы, на глазах зрителей они собирали эти объекты. То есть они были сборные. Поэтому изначально использовался только пенопласт, то, что легкое. Но потом мы поняли, что нужно делать еще больше, еще мощнее, еще выше. Поэтому, конечно, для безопасности мы используем более прочные материалы.